Вот из чего стоит он, панельные антенки. На примере такой. Здесь был бокс с выводом на провод, но это не принципиально. То есть металлическая часть. Толщина миллиметр, наверное, металл. А вот здесь уже сам приемный элемент. То есть сюда запаивается центральное жило, а масса, соответственно, на металл идет. Это мы ремонтируем. Вот такая вот пластинка. Вот это вот и есть приемный элемент центральной жилы и кран. Ничего здесь хитрого нет, но на глаз, наверное, сделать не получится. Вот и все. Вот и вся антенна. Данная антенна это 18 дБ в 3G. Разборная. Так собирается, закрывается. Ну, примерно как-то так. Здесь еще был бокс. Как-то было так.